Гороскоп на 2024 год обещает кардинальные изменения в жизни нескольких представителей зодиакального созвездия. Они смогут переломить ход судьбы и повернуть течение своей жизни в совершенно другом направлении. У кого из знаков зодиака в 2024 году есть шанс изменить свою судьбу? Рак. Этот год принесет вам много глубоких перемен в жизни. Вам придется освободиться от контроля и принять неизвестное. Отпустите все сомнения и неуверенность, пока Вселенная будет вас вести на вершину личного роста. 2024 год начнется с большого скачка в профессиональной сфере и непредсказуемых изменений в личной жизни. Чтобы получить максимальную пользу от этих перемен, мотивируйте себя выйти из зоны комфорта. Вас ждут новые встречи, новые люди, новый уклад жизни. Поэтому смело освобождайтесь от всего старого и развивайте уверенность во всем новом, в том числе и в новых людях. Ключ к счастью и успеху кроется в вашей готовности исследовать неизведанную территорию. На профессиональном фронте вас ждет значительные перемены, которые дадут возможность проявить свои таланты с размахом. Успех будет определяться тем, насколько вы готовы зайти и выйти за пределы границ. Пришло время встретиться лицом к лицу со своими неудачами и неуверенностью, которая мешала прогрессу. Дева, 2024 год принесет вам неожиданные ситуации, которые проверят вашу устойчивость и потребуют всех ваших сил, чтобы их преодолеть. Поэтому вера в себя должна быть в списке ваших приоритетов на первом месте. Изменения, которые вас ждут, будут в тандеме вашей личности и самооценки. Именно в 2024 вы раскроете свой потенциал и достигнете своих целей. Благодаря вере в себя и решимости ваши самые смелые мечты станут реальностью. Внезапный характер этих изменений может сначала вывести вас из равновесия, поэтому важно сохранять спокойствие и собранность в любой ситуации. Не позволяйте трудностям отвлекать вас от достижений ваших целей и планов. Не забывайте о своих стремлениях и желаниях. Добивайтесь того, чего вы давно хотели достичь, и совершайте ежедневно хотя бы маленький шаг по направлению к своей мечте. Скорпион. В 2024 году наступит период воплотить свои желания в требования, чтобы справиться с проблемами и триумфами, которые вас ожидают. Уверенность станет вашим ключом к раскрытию внутреннего потенциала, и вам стоит верить в свои силы всем сердцем. Не поддавайтесь отвлекающим факторам, сосредоточьтесь на стремлении к реализации. В этом году ваше основное внимание будет уделено заботе о своем внутреннем «я». Могут возникнуть неожиданные ситуации, которые принесут важные позитивные перемены. Используйте все возможности, которые принесет 2024, и сохраняйте непредвзятость. Будьте готовы к серии сюрпризов, которые не оставят вас равнодушными. В профессиональном развитии год станет решающим. Воспользуйтесь возможностью проявить свои таланты. Вам точно улыбнется удача в следующем году и ждут приключения, которые наполнят этот год счастьем. В начале года могут быть некоторые проблемы в отношениях, но это временные неурядицы. С середины года вас ждет гармония. А еще есть шанс изменить сферу деятельности или работу. Не позволяйте никому сбить вас с толку. Козерог. Вам придется в 2024 году попрощаться с привычным распорядком дня и обыденностью. Вас ждут перемены, которые полностью изменят ваш привычный режим жизни. И это принесет несколько положительные результаты, что вы сами захотите их активно формировать. Ваше внимание в 2024 году сместится на финансы. Пришло время подумать, как вы можете использовать энергию, чтобы внести изменения в свое финансовое положение. Визуализируйте денежный поток и воспользуйтесь возможностью составить подробный список своих долгов. Помните, что тщательное планирование и подготовка значительно повышают шансы на успех. Этот год станет кульминацией вашей тяжелой работы и усилий.
К концу следующего года вы превратитесь в более уверенную и расслабленную версию самого себя. Вы получите именно те изменения, которые идеально соответствуют вашим потребностям. Ждут вас перемены и в личной жизни. Возможно, кто-то из противоположного пола найдет дорогу в ваше сердце. И это будет не мимолетное присутствие. Этот человек станет частью вашей жизни.